Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос и могу сказать, что вы говорите, значит, как перестать скучать по ластяцкой жизни. Давайте мы с вами сразу скажем так, что перестать скучать по холостяцкой жизни, это значит перестать хотеть чего-либо. Правильно? То есть, если вы скучаете по холостяцкой жизни, значит вы скучаете, значит вы хотите чего-то. Вы хотите свободы, вы хотите выбора, вы может быть не хотите ответственности определенного рода, ответственности. Вот, вы может быть краски хотите меньше ответственности чувствовать на себе, да? Так далее. То есть вот есть такой у вас момент, на мой взгляд, что вы хотели бы свободы. И эта потребность в том, чтобы чувствовать свободу, потребность в том, чтобы реализовывать свои желания, она, эта потребность, имеется. И вы не сможете от нее избавиться, потому что это, еще раз повторю, ваша потребность. И поэтому, соответственно, если вы избавитесь от потребности быть, например, свободный, если вы избавитесь от потребности быть, например, там, менее зависимый, да, то, соответственно, вы потеряете себя в этой ситуации. И это, получается, будете уже не вы, а кто-то другой. Ну, я не уверен, что вы хотите быть кем-то с кем-то другим. Поэтому копать нужно не в сторону того, чтобы перестать хотеть быть свободным, и не в сторону того, чтобы начать любить свой брак. Вы говорите вот так, что как мне научиться любить свой брак, как мне научиться не воспринимать его как тяжелый мешок. Так а почему вы воспринимаете его как тяжелый мешок? А потому что вы при наличии своей свободолюбивости, при наличии своих потребностей, при наличии того, что вы хотите, да, при наличии того, что вы желаете, при наличии вашего, типа личности, при наличии вашего темперамента, вашего характера, ваших взглядов на жизнь, ваших установок, ваших устоев, ваших позиций, как женщины, а у женщины, понятное дело, могут быть разные позиции. Для кого-то это позиции, соответственно, подчиненного, для кого-то это позиции партнера. Для кого-то это позиции, скажем, лидера и так далее. Так вот, вас пытаются сделать подчиненным.
Папа пытается сделать, по сути, видок. И вам это не нравится. И это нормально. То есть нормально, что вам не нравится. Вас пытаются сломать, понимаете? Если свобода любимого человека заберет в клетку, то он, наверное, будет испытывать довольно-таки сильный негатив. Я не думаю, что вы будете с этим спорить. Если же человека, который, по сути, большую часть своей жизни провел, скажем, в несвободе, да, в определенном помещении, там, прочее, 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 то он, такой человек, скорее всего, довольно спокойно относился к тому, что его поставили в клетку, потому что это еще одна клетка. Вот. То есть я рекомендую вам себя не подавлять, а подумать, почему муж вас пытается так сильно, так активно вас подчинить себе. Действительно, меня тоже этот вопрос интересует, почему вы должны, например, вставать с ним в одно и то же время, если вы приготовили ему завтрак, и почему вы должны обязательно не спать, только потому, что он не спит. Это несколько эгоистичная позиция на самом деле. Эгоистичная позиция, и эгоистичная позиция, к сожалению, в первую очередь, это именно вашего мужчины. Эгоистичная позиция. И поэтому я думаю, что эта эгоистичная позиция, она в первую очередь направлена на самого мужчину, не на вас. То есть вы, по мнению мужчины, должны делать то, что он считает необходимым и нужным. Ну, согласитесь, это, мягко говоря, идет вразрез с мыслями о вас. А как же, например, забота о вас, как же, например, там, думать о вас и так далее? И возникает вопрос. Вопрос, на мой взгляд, довольно интересный вопрос. Как так получилось? Как так вышло, что вы выбрали себе своего вот мужа? Как так вышло, что вы выбрали именно вот такого мужа себе? Как так вышло? Как получилось, что вы выбрали себе такого спутника жизни? Но вы же его за что-то полюбили, правильно? Вы же его за что-то, ну, вы же его как-то уважаете за что-то, да? Вы же его цените, вы же его считаете хорошим человеком. Вы же его считаете хорошим мужчиной, правильно? Значит, он же вам нужен, вы вышли за него замуж, получается, это довольно серьезный шаг, что вы вышли за него замуж. Но как же так? Как вы вышли замуж за того, кто, по сути дела, вас ограничивает? Ограничивает именно в том, что вы делаете, ограничивает именно в том, что вы хотите, ограничивает именно в том, чего вы желаете и так далее. Как же это стало для вас возможным? Вот мне бы хотелось, чтобы вы постарались ответить себе на этот вопрос. Потому что формально вам требуется либо наступить на себя, то есть условно говоря, подавить себя, просто-напросто забыть о себе, да? Вот, забыть о себе,
полностью ради своего, значит, мужчины забыть о себе и целиком и полностью раствориться в его интересах, раствориться в его желаниях, в его потребностях, придав, собственно говоря, свои потребности. Ну и возникает тогда вопрос: вы этого хотите? Вы этого действительно желаете? Того, чтобы раствориться в мужчине, да, и перестать, значит, думать о себе, перестать быть собой, потерять свою индивидуальность. Вы действительно этого хотите? Если да, то тогда вы не просто принять ценности мужа и все. Но это будет означать ваше обезличивание. Это именно то, что он делает, обезличивает вас. Поэтому я думаю, что необходимо вам выстраивать ваши отношения именно с мужем, выстраивать ваши отношения, да, на совершенно других основах. То есть на основах, значит, ну, может быть, на основах уважения, может быть, на основах понимания друг друга, может быть, на основах соблюдения личностных границ между вами и так далее. Потому что в противном случае вы рискуете просто-напросто потерять себя, как я уже вам сказал. И если вы этого не хотите, если вы не хотите потерять себя, то нужно, чтобы вы все-таки делали что-то именно для того, чтобы сохранить себя и свою ценность, свою целостность, свою уникальность. А для этого необходимо ее отстаивать. Вот если вы хотите что-то делать, вам нужно это делать. Если вы хотите что-то куда-то пойти, вам нужно куда-то пойти. Если вы не хотите вставать, вам не нужно вставать. Основная проблема заключается в том, что вы именно себя заставляете. Вы заставляете себя делать какие-то вещи. И в этом самая большая проблема. Брак – это действительно не долг. Брак – это действительно не тяжелый мешок, который нужно за собой тащить. Брак – это естественная форма развития отношений между людьми, но это не кабала. Поэтому я полагаю, что вам нужно со своим мужем спокойно говорить, что вот я делаю то, что я хочу, но при этом, чтобы это не вредило тебе, да? И вот ты делаешь тоже, то есть ты хочешь, например, чтобы это не вредило мне и так далее. И это нормально. Нормально такое поведение. Ненормально, когда он требует от вас, пусть в мягкой форме, но требует. Вот. Почему вы его выбрали? Как случилось так, что вы стали вместе с таким мужчиной, почему вы стали вместе с таким мужчиной, что заставляет вас приступать через себя и так далее. Это первый момент, который касается вашей, первой части текста. Вот. А вторая часть текста посвящена тому, что вы испытываете чувство вины за то, что ничего не делали. Знаете, здесь скорее не мужчина выступает основной фигурой, которая порождает вот эти ваши переживания. Здесь скорее выступает фигурой то, как вы понимаете семейные отношения в целом, как вы понимаете семью, как вы понимаете образ семейных отношений и взаимодействие между мужем и женой. То есть
если для вас единственный образ семейных отношений это отношения взаимообязанностей, это отношения долга, то понятно, что такая модель семьи и порождает у вас чувство вины. Но чувство вины это всегда социально навязанное ощущение, которое навязывается обществом, любым обществом, для того, чтобы человеком, то бишь вами, управлять. Вы испытываете чувство вины, и вы не можете, получается, наслаждаться тем, что вы делаете. Вы не можете наслаждаться своим выбором, вы не можете наслаждаться, так сказать, свободным временем и так далее. Почему? Потому что вам навязаны такие установки, что семья – это долг. И вряд ли вам это навязал ваш муж. Вряд ли. Потому что, ну, муж – это муж. Это уже взрослый человек, которого вы встретили, будучи взрослым. А модель семьи, отношение к семье, отношение к браку идет из детства. Из детско-родительских отношений, из вашей родительской семьи. Вот именно в ней эти установки сформировались. Возможно, именно ваши родители вели себя так, что это ответственность, это долг, это тяжелый мешок, брак. И это их право, так всегда есть. Но не в их праве навязывать это поведение вам. Потому что ценности сейчас другие, мир сейчас другой, культура сейчас тоже немножко изменилась. Другие сейчас отношения между людьми. И поэтому ваше чувство вины продиктовано тем, что вам навязала ваша родительская семья. Ну, скорее всего так. Вполне возможно, именно по этой причине у вас была такая активная жизнь до замужества. То есть до замужества вы чувствовали такое ярко выраженное, я бы сказал, да, ярко выраженное желание жить для себя. Но тому нет, что вы как бы компенсировали то, чего не могли получить в своей семье. Это неплохо, это не хорошо, это нормально. Вы дополучали то, чего не дополучили в семье. Ну вот вы создали свою семью, и другой модели построения семейных отношений вы просто не знаете, вы просто не видите, вы просто не умеете по-другому строить отношения в семье. И вот именно этому вам и нужно научиться. Вам нужно научиться тому, чтобы строить другую равноправную модель семейных отношений. Для этого сперва определите свою позицию по отношению к мужчине и позицию мужчины по отношению к вам. Вы говорите, что мужчина заставляет вас, по сути, вставать, готовить ему, да, там, встречать его, что-то еще, и т.д. и т.п. Почему он вас заставляет делать? Потому что у него патриархальная модель поведения в семье. Он как мужчина считает, что женщина должна это делать. И что-то из этого вы действительно делаете. А что-то нет. И если он любит вас, он принимает это. Если не любит, не принимает. Так вам я сложилось ощущение, что мужчина просто вот принимает вас как, знаете, как вот такой придаток к себе. То есть жена должна вот делать то-то, то-то, то-то и то. А то, чего хочет жена, ну, как-то не учитывается. Вот вы и подумайте. Хотите вы этого? Хотите вы жить так? Или вы будете стараться своего мужа учить тому, что вы тоже равноправный член семьи, который имеет право на то, чтобы иметь свою жизнь, свои дела, свои потребности и свои желания. Для этого нужна модель поведения, для этого не нужно ругаться, для этого не нужно выяснять отношения, для этого не нужно обвинять человека и так далее. Ну просто говорить, что я делаю так, потому что я так хочу, потому что это хорошо для меня. Я не буду так делать, потому что это плохо для меня. Не обвинять. Не надо обвинять никого. Не надо никого оценивать. Просто делайте то, что вы хотите, потому что это хорошо для вас.
и не делайте чего-то, потому что это плохо для вас. И если человек будет что-то вам говорить, вы всегда можете ему сказать: дорогой, а ты что, не хочешь, чтобы мне было хорошо? Или: дорогой, а ты что, хочешь, чтобы мне было плохо? Например. Понимаете? Он начнет вам рассказывать, как это для вас плохо, то, что вы хотите сделать. Вы ему так же мягко говорите: дорогой, ты что, думаешь, что он лучше меня знаешь, что для меня хорошо, что плохо? Почему ты так решил? Почему ты решил, что лучше меня знаешь, что для меня хорошо, а что для меня плохо? Как? На основании чего ты это решил, если я сама не всегда знаю, что для меня хорошо? А лучше вас никто не знает, что для вас хорошо, а что плохо. Поэтому здесь вообще-то нужно ориентироваться на то, доверяете ли вы себе и уверены ли вы в себе. Вот у меня, например, когда вы писали про свое чувство вины, возникло ощущение, что, возможно, в чем-то вы в себе не уверены. Возможно, в чем-то вы не доверяете себе и не доверяете своим желаниям. Вы говорите: нормальная жена может и должна там делать что-то, 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 что-то. Нормальная жена. Где это нормальная жена? Где норма в этом? Норма для каждого своя. Для вас одна, для другой женщины другая, для другого мужчины третья и так далее, и так далее. Нету единой нормы. Постарайтесь вот это понять. Единой нормы нет. Есть то, что хотите вы. Но если вы будете себя принижать, если вы будете пытаться себя подавлять, то ничего хорошего из этого не выйдет, кроме того, что у вас будет копиться негатив, невыраженная энергия, и вы будете испытывать внутренний конфликт, который будет выливаться в аутоагрессию, которая, в свою очередь, будет выливаться в грубость к мужу. И зачем вам это нужно? Разве можно построить таким образом счастливую, гармоничную, полноценную семью? Вот и постарайтесь подумать на эту тему. Ага, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас дополнительные вопросы остались ко мне, пишите в личку, я вам постараюсь помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделайте его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.